Всем привет! Сегодня мы в районе речки на Спартаке. Смотрим, как ее чистят. Недавно в Ялте в реке находили снаряды. И может быть небезопасно ходить возле рек. Снаряды иногда взрываются. Но почему-то об этом умалчивают. С металлоискателем перед тем, как реку чистили, никто не прошел. Вот такие вот дела у нас сегодня в Ялте. Надеемся, что все будет благополучно. Всем желаем прекрасного вечера. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.